Смотрите, ребята, вот это не считается вандализмом. Вот эти все такие надписи, знаешь, не считаются вандализмом. Вот это не считается вандализмом. Вот это вот, смотрите, как будто нежить наколдовала совместно с плесенью. Вот, там вот. Осквернение, нежить, знаешь, как будто этот послушник стоял, очернял. Вот это не считается вандализмом. Если можно даже написать мелком, это не вандализм, это нормальная стена. А вот это вандализм. Это не вандализм написать, это обычная стена. А пейзажи, нарисованные художником Александром Лениным, это гадкий вандализм, уродство. Гадость. А вот это нормально. Потом смотрите. Вот, например. Вот это не вандализм. Вот это не вандализм. Это бесконечно будет держаться. Я вот где-то оставлял свои записи. Ручка. А вот. Я Александр Ленин, художник. Мечтаю. Ну какому вот да, и пейзаж. Ну, он сейчас стирается быстро. И вот здесь я написал, по помощи я художник Ленин городской. Ну какому аутсайдер арт. Прошу помощи, ищу друга, подругу, моральной поддержки. И солнце там нарисовал там город. Ну это стирается. Сейчас, короче, было это, какой-то гол. Сейчас закрыты все магазины вообще, как бы на карантин. Вот сейчас Чернобыль там. Ну, понятно, коронавирус. И это. Там. Вон, смотрите, какая труба. Не что он не напоминает. Посмотрите, во время Второй мировой войны. Вот, что было, что выглядело вот так вот, такие трубы. Ах, блин. Вот смотрите, это я глаза пририсовал. Вот это не вандализм, а вот это вандализм. Вот это вандализм. Все логично. Мне даже страшно подходить туда, потому что сейчас меня могут там избить, например, или просто я увижу, что там стерли или изуродовали, или еще что-нибудь написали, или оклеветали, или еще что-то. Просто страшно вообще подходить к этому месту. А нет, смотри, вроде ничего не сделали. Странно. Очень странно. Почему не уничтожили? Нет, видно, что они пытались пальцами вот это вот все стереть. Но почему-то не уничтожили. А еще красная краска здесь. Почему-то ее испортили, что ли. Все. Вот смотрите, вот это вот все не вандализм. Вот это не вандализм. Смотрите, здесь надписи. These walls make me sad. Sad, cry, sorry, please. Плачет. Это было до. This is was many years ago. Вот this is. I drawing. Simple crayons, chalk. This is text. And then this is was many years ago, many years. And politicians don't remake this. Don't. Remake. And I driving see two eyes and then blue chalk no war then angry girl aggressive for me and then затем я пришел, короче, и вот это вот все нарисовал. Not war, нет войне. Отправляя сына на войну, подумай о разрывной пуле, которая попадет в лицо. Not war, задумайся.
Вот надеюсь, он задумается об этом. Не пойдет на войну. Потому что война, она... Не было еще ни одного века, когда бы не было войны. А им нужно будет избавляться от населения. Даже не буду до него докапываться, что-то спрашивать-то. Это не важно. Я вот это не я рисовал, если что. Это рисовали мои последователи, походу, ребятишки. Вот смотрите. Отличный бассейн. Панельки отличные. Школа, смотрите, какая прекрасная, красивая. Серый цвет какой красивый. Это все не вандализм. Да уж, если бы были какие-нибудь ребята лет 18 или 17 или 16, и они бы, допустим, играли в этот, в прятки, я бы, если бы можно было, я бы подошел и попросил бы, можно с вами поиграть. Я бы, играя в прятки с ними, я был бы так счастлив. Но я не могу это сделать, потому что я взрослый, и понятно, что непозволительно, никто так не делает, нельзя. Я на самом деле остался ребенком. Взрослая жизнь для меня — это ужас просто. С детства я видел взрослых людей, это осунувшиеся. Ну, вы можете сами посмотреть, как выглядят взрослые люди, это ужас. Это кошмар. А вот игра в прятки — это здорово. Я бы играл в прятки хоть с кем, хоть с взрослыми. С кем. А сейчас в основном за компами сидят, играют. Я, кстати, не играю ни в комп, ничего вообще. Уже очень давно. Занимаюсь только рисованием. У меня фотоаппарата нету даже, чтобы снимать. Там, по-моему, та самая тетка стоит, которая курит все время, и которая видела, как я рисовал этот пейзаж. А вот смотрите, вышка. Это, короче, капец нам всем. Там стоит сотовая вышка, которая излучение дает, по некоторым данным. Да, просто прекрасно. Насколько она метров дает излучение. Интересно, да, интересно. Призываю вас, распространяйте эту фотографию антивоенную на разные, особенно на английском языке, потому что в России это уже все. Здесь, скорее всего, войну отправят на убой просто молодое поколение. Меня не знаю, отправят, нет еще. Эх. Вот смотрите. Это не вандализм. Придумайте надписи в комментариях, что написать под вот этими вот вещами. Нарисовать рядом пейзажик небольшой, а рядом вот это вот, то, что государство не заботится о состоянии домов. И вот скажите, что здесь? Написать, нарисовать пейзаж, и какую надпись сделать? И здесь вот, какую надпись сделать? Написать... Пейзажи. Это вандализм, за это штраф, это преступник, он должен быть в тюрьме. А это не вандализм, это нормально все. Ой, какой кошмар. Как же мне одиноко и грустно. Взрослая чертовая жизнь. Если я помню, Санек меня зазвал, блядь. Санек, выходи. О, кто-то на камере рисует. Что-то прекрасное. Мы играли в прятки. О, вот они. Наверное, может, по моему примеру, может, нет. Но это хорошо. Мы играли в прятки, а теперь... О, смотри, сколько рисунков. Я обучал ребятишек в 2017-2018 году бесплатно рисованию мелками, пейзажей. Вдохновлял здесь тоже.
Может, они что-то пытались здесь нарисовать рыбок. Ах. Смотрите, все пустое.